Удар дан, время пошло. Бои, папоротник. На первой позиции около Турка Кубань. Растянулись все. Кубань, сбой. На третьей позиции Вопитин. На четвертой папоротник. На пятом Шток. Сокол. Смещение идет, ага, у него. На первую позицию выходит Вопити. Мешай другим участникам. На первой позиции по-прежнему Кубань. Кубань. На второй позиции Сокол, на третьей Вопити. Папоротник. Четвертая позиция и задел на пятой. Ну что, потом? Летая кобыла Кубань, трудились лошади. Владелец лошади Василий Сергей Викторович. Вопите сбой. Работает для двухлеток, так просто. Для лошадей в двухлетнем возрасте допускается 3 сбоя. Он может и не едет. Вы при четвертом лошадь не вообще не идет никак. Итак, лошади уходят на конечную прямую. Уйди, корову в кастрюлю, блин, не видно, если тебя нифига.